Шарлотка, наверное, самый простой десерт, который отлично подойдет для завтрака. Особенно, если у вас немного времени. Вам понадобится всего лишь 45 минут и самые доступные ингредиенты. Набор продуктов прост. 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 5 яиц, 4 яблока, разрыхлитель и корица. Начнем с яблок. Очищаем их от кожуры. Изобретение шарлотки можно назвать интернациональным. Пирог был придуман в Лондоне французским поваром Мари Антуаном Каремом, состоящим на службе у русского царя Александра I. Наверное, поэтому столько версий происхождения рецепта. По первой яблочный бисквит был предложен королевой Великобритании Шарлоттой. По второй – автор, влюбленный повар, посвятивший блюдо даме сердца Шарлотте. Приступаем к тесту. Для этого нам нужно отмерить ингредиенты. Сахара нам понадобится 200 граммов. Далее разбиваем в миску 5 яиц. Взбиваем яйца с сахаром. Взбиваем до тех пор, пока не образуются мягкие пики. Масса при этом увеличится почти в 3 раза. Теперь нам понадобится 200 граммов муки. Я рекомендую смешивать разрыхлитель и корицу вместе с мукой для более однородного перемешивания. Если добавить корицу в готовое тесто, то есть вероятность, что она плохо перемешается. Могут образоваться комочки. Постепенно добавляя в муку, вмешиваем однородное тесто. Настало время смешать наше тесто с яблоками. Если у вас не найдется дома яблок, смело можете заменить яблоки грушей или можете даже попробовать приготовить такой пирог с тыквой. Приготовить наш десерт быстро нам поможет умная мультиварка Redmond Sky Cooker. Нам осталось поместить тесто в чашу и запустить приготовление в приложении в один клик. RMCM-800S автоматически установит нужную программу и время приготовления. Контролировать процесс можно со смартфона с любого расстояния. При необходимости вы сможете изменить настройки или завершить готовку. Блюдо готово. Посмотрим, что получилось. Проверить, испеклась ли шарлотка, можно очень просто. Достаточно взять зубочистку и воткнуть ее в середину пирога. Если зубочистка сухая, пирог готов. Приятного аппетита!